Всем добрый день, друзья мои. И привет из станицы Преображенской. Привет. Здравствуйте, девочки. А то не замерз. Спасибо, спасибо всем. Здорово. С днем рождения. Это мне, а? Да. Ой, какие вы молодцы. Да. Спасибо, Кирунь. Пожалуйста. Всем привет. Вы что? Из больницы? Да, ну мы пока дома выходной. На выходной? Да. Я понял. Ну как здоровье, Кира? Нормально. Пойдем что-нибудь купим. Вкусняшку какой-нибудь. Пошли выбирать что-нибудь. Ну-ка, давай что-нибудь возьмем, конечно. Смотри, что у нас тут. Смотри, вот сверху видишь, да? Давай посмотрим что-нибудь. Как же без этого? Ну-ка. Елена Николаевна, посоветуйте нам что-нибудь. Кире, вот. Гуси есть. Гусь есть, да? Вот Куроми там сидит. Гусь самый большой у нас есть. Кир, ну давай смотри что-нибудь. Киндеры, может, какие-нибудь? Может, пирожные? Не, киндеры. Киндеры? Ага. Оль, какие надо ей? Да пусть сама выбирает. Кирунь, иди смотри. Ну-ка, давай, сейчас вытащу, подожди. Елена Николаевна не будет ругать, не должна. Ну-ка. Давай. Бери еще один. Давай. Во, пойдет. Потом расскажешь, что там было за игрушка, хорошо? А? И покажешь. Откроет ей. Да, да. С мамкой мамка пришлет видео, мы покажем всем, что там было. Лады? А ты потом расскажешь, что там было. Два киндер, да, Елена Николаевна. И яблок. Яблочки. Кирун, яблоки будем? Я знаю, что ты любишь яблоки. Я вспомнил. Яблочки, да. И пару груш можно положить. Там какие? Ну сколько? Килограмм два ложи. Не допрете? По килограмму. Да хватит, по килограмму возьмете. Да, и все, там яблоки огромные, там килограмм. Трех штук, да, наверное, Елена Николаевна? Хватит. Хватит, да? Так, а ты чтобы рассказал потом, что откроешь и... Ага, обязательно откроем и покажем. Здрасте. Здорово, Миша. Ну что, пакетик, наверное, надо. Понятно. Ага. Что там? Пакет наш. 510 рублей. Киндеры дорогие. Я понял. Шоколадку большую давай, Николаевна. Давай шоколадочку. Все? Да. 730. Вот так. Вот такую вот Аленку. Угу. Спасибо. Пожалуйста. Дай Бог здоровья. Вам ну что тут? Спасибо. Тут и не тяжело. Шоколадочку туда еще положил. Спасибо. Шоколадки любим? Шоколадки любим? Ну все. Там бабка в кармане была. Что такое? Ух ты. Это табуть. Вот так. Нажимать, как
нас так-то в больнице было, я его так в карман закинула. Ага. А по пути не поняла. Вот так вот. А вот это банан. Ага. Не забыл, что она в карман, да? Ну смотри, ты лечись давай. Слушай, чем, слушай, что мама говорит. Нет, не будем говорить, конечно, потом посмотрю и скажу. Ну тогда и съедешь. Все покажу, конечно. Спасибо, девчули, большое вам. Выбирали. От души долго, за внимание, да, большое спасибо. Долго выбирали, что тебе. К сожалению, было? День рождения только раз в году. Спасибо, спасибо. Ну, да. У нас завтра Кира. Завтра Кира тоже на день рождения, одноклассница. Пойдешь? Да, кстати, у мамы через один день рождения. Вот у одноклассницы, а потом у мамы. У мамы. Серьезно? У мамы 15-го. У мамы 15-го. Да. Послезавтра. Да. И мама старше на год станет. Так что вот так. Ну ничего. По школе соскучилась, наверное, уже? Не? Какой-то соскучилась. Ну уроки делать надо, Кир. Уроки делаем. Делаем? Конечно. Молодцы. Лечитесь. Надеюсь, завтра уже кто-то. С маской квадробера, наверное, передумали, я так думаю, или что? Да. Я хомяков теперь хочу. Хомячков? Каких? Живых? Да. О, ништяк. Лучше хомяков, чем маски, да. А то за них сейчас там такие взялись законы, штрафы. Нельзя. Да, такую дурь оказывать на поводке, тем более там вот это. На Новый год, я считаю, один раз можно там, да. Под елочкой стать сфотографироваться. Ну, точно, да, конечно. А, Новый год, да. Поэтому и лучше не лучше надо. Костюм какой-нибудь, чем это. Лучше не надо, Кирунь. Лучше хомяки. Конечно, хомяки. А какие хомяки, они что? Джинганские. Они большие? Джинганские. Я что-то даже и не знаю. Джинганики, они маленькие. Я не шарю, если честно. В породах. Маленькие они, да? Угу. Совсем маленькие? Ну, они такие с надушками. Обычные. Обычные хомяки, как с мультфильма «Раз горох, два горох».